Hello again everyone and welcome to episode number 10 of my TPRS Russian podcast. Today I've prepared a short story about Lightning McQueen. Listen to the story. Молния Маккуин известный гонщик. Он хочет стать чемпионом мира. Молния едет на чемпионат. он готов побеждать. Молния Маккуин приезжает, но других гонщиков нет. Оказалось, что это турнир по шахматам. Okay, now let's translate this absolutely ridiculous story sentence by sentence. The first one – Lightning McQueen is a famous racer. Молния Маккуин известный гонщик. He wants to become a world champion. Он хочет стать чемпионом мира. Lightning goes to the championship. Молния едет на Чемпионат. He is ready to win. Он готов побеждать. Lightning McQueen arrives, but there are no other racers. Молния McQueen приезжает, но других гонщиков нет. It turned out to be a chess tournament. Оказалось, что это турнир по шахматам. Чест турнир. Окей, теперь answer на мои вопросы, пожалуйста. Молния МакКуин – известный гонщик. Молния МакКуин – гонщик? Да. Он гонщик, он гоняет, он гонщик. Он механик? Нет, он не механик, он гонщик. Он гонщик или студент? Он гонщик. Конечно, он гонщик. Кто гонщик? Молния Маккуин, известный гонщик. Он известный? Да, он известный. Все его знают. Он известный. Он неизвестный? Нет, наоборот. Он известный. Он очень известный гонщик. Какой он гонщик? Он известный гонщик. Кто известный гонщик? Молния Маккуин – известный гонщик. Он хочет стать чемпионом мира. Он хочет стать чемпионом? Да, он хочет стать чемпионом. Он хочет стать актером? Нет, он хочет стать Чемпионом мира. Он хочет стать чемпионом Америки? Нет, он хочет стать чемпионом всего мира. Кто хочет стать чемпионом мира? Молния Маккуин хочет стать чемпионом мира. Кем он хочет стать? Он хочет стать чемпионом мира. Молния едет на чемпионат. Молния едет на чемпионат. Да, он едет на чемпионат. Куда он едет? Он едет на чемпионат мира. Он летит туда? Нет, он не летит. Он едет. Кто едет на чемпионат? молния едет на чемпионат. Он едет на маскарад? Нет, он едет на чемпионат. Куда он едет? Он едет на чемпионат мира. Он готов побеждать. Он готов побеждать. Да, он готов. Он готов побеждать. Кто готов побеждать? Молния Маквин готов побеждать. К чему он готов он готов к победе. Он готов побеждать. Он хочет быть победителем, чемпионом мира. Молния Макквин приезжает, но других гонщиков нет. Там есть гонщики. Нет, гонщиков нет. Он приезжает, но гонщиков нет. Он приезжает или уезжает. Он приезжает. Куда он приезжает? Он приезжает на чемпионат. Но других гонщиков нет. Почему? Оказалось, что это турнир по шахматам. Это турнир по шахматам? Да, это не гонки. Это. Турнир по шахматам Чемпионат мира по шахматам Это турнир по баскетболу? Нет, это турнир по шахматам Какой это турнир? Это турнир. McQueen okay, that was it for the questions. Now let's practice our pronunciation. Repeat after me, please, and try to copy my intonation. Here we go. Молния McQueen is гонщик. Он хочет стать чемпионом мира. Молния едет на чемпионат. Он готов побеждать. Молния МакВин приезжает, но других гонщиков нет. Ok, great. Now try to tell the whole story yourself. And if you're more advanced, try to tell it in past and future tense. If you have any questions, you can always contact me at daria at realrussianclub.com. I'll be happy to hear from you. And that's it for today! Thanks for tuning in, it was a pleasure to speak Russian with you. See you in the next episode! Bye bye!